Очередная группа боевиков и членов их семей проводит согласованную с сирийскими правительственными войсками эвакуацию из квартала Аль-Ваир в городе Хомс. Ожидается, что всего оттуда будут вывезены примерно 400 боевиков. Это уже четвертый этап эвакуации членов бандформирований из этого города. Губернатор провинции Хомс пояснил, что операция по эвакуации вооруженных сторонников сирийской оппозиции может продолжиться до конца апреля. Она проводится в рамках ранее заключенного соглашения между властями Сирии и экстремистами.